Всем привет, с вами Альфа-17. Эта заправка в Америке предлагала всем желающим немного бесплатного бензина, но взамен нужно только потанцевать. Это видео набрало очень много просмотров и 1000 комментариев. Даже не знаю почему. Девушка поймала рыбу в океане. What'd you get? Yeah. Big one? Holy. Ладно, идем дальше. А вот это довольно странный миллионер. Он купил машину за 3 миллиона долларов. И только для того, чтобы она стояла у него в гостиной, в его квартире в небоскребе. И никогда не ездила. Эта собака-поводырь была обучена, чтобы водить слепых в туалет. Ну, леопардовый геккон довольно банально. Хотел бы более причудливого геккона. Причудливый леопардовый геккон. Да ладно. Этой сове понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что она уже проснулась. Правительство США обучило морских львов играть в простые видеоигры. Дело в том, что эти львы служат в ВМС США. Цель – сделать их немного умнее. Когда-нибудь видели, как выгуливают попугаев? Да, именно вот так. Не думал, что это возможно, но этот торнадо каким-то образом приземлился на гору в Монтане. Большой сюрприз для тех, кто был в горах. Девушка захотела поменяться с лошадью местами. Хотел шутейку поострей, но не стал. Когда-нибудь видели самого старого медведя в мире? Теперь видели. Угадайте с трех раз, обратная съемка или нет. Этому оператору дикой природы удалось заснять касатку альбиноса. Это очень редкая удача. Все мы в детстве играли в догонялки, а в Америке, оказывается, есть догонялки профессиональные. На этом все. Если видео понравилось, поставьте лайк. Всем пока.